как бы трек. Понятно, что у нас в обществе в целом есть такая множество процессов, которые основаны на неком документообороте, на договорах, на подписанных бумажках там, и прочем таком. И уже довольно давно люди начали пытаться автоматизировать эти процессы. Довольно большого успеха добились, очень много компаний, то есть все не перечислишь, но вот DocuSign, например, перечислен как просто пример. И потом появился блокчейн. Что дает блокчейн? Блокчейн как бы изначально встроена криптография мощная, да, и у каждого есть ключ, есть множество участников, есть некая инфраструктура, которая позволяет работать с информацией. И задание такое, пользуясь блокчейн-инфраструктурой, разработать прототип какого-нибудь полезного сервиса, который как раз-таки оперирует какими-то бумагами, подписыванием бумаг и так далее. Вот. Ну тут тоже мыслите шире, хотелось бы получить какой-то как бы действительно интересной идеи и действительно хорошую, красивую реализацию. Я немножко дополню, если у вас пока вопросы не посыпались, что представьте себе, я создал компанию здесь, в России, у меня есть контрагент где-нибудь, там, допустим, в Штатах. Как мы можем подписать друг с другом договор? Вариантов несколько. Первый вариант, мы подписываем, каждый со своей стороны сканируем, отправляем друг другу по e-mail, тот распечатывает, подписывает, отправляет обратно по e-mail сканы и так далее. Вариант второй, обычной почтой или там, почтовыми голубями, я не знаю, как угодно, отправляются бумажки, они доходят через месяц, все очень плохо. Вариант третий, есть, например, сервисы вроде DocuSign, который позволяет как-то это автоматизировать. Мы предлагаем подумать над тем, чтобы использовать для этого блокчейн, то есть в публичном блокчейне записывать, возможно, каким-то образом зашифрованные данные, класть это туда, обе стороны это подписывают, например, и все, мы все счастливы, у нас есть публичный блокчейн, у нас есть дата подписания этого блокчейна, у нас есть публичные ключи, которые это подписали, побежали вперед, то есть мы предлагаем сделать именно такое решение. Вопросы есть по этому треку? Вопросов нет по этому треку. Ну что, тогда